Лучше выпешком идти. Дебютировала на лыжах 13-летняя Шахназа Муродова без энтузиазма. Но спустя пару километров со спортинвентарем сдружилась. Теперь о преодоленных трудностях вспоминает, смеясь. Сначала, когда мы только приехали, одеваем лыжи, там все падают, никто ничего не может развязать. Когда развязываешь, едешь, просто едешь два шага максимум делаешь, сразу падаешь лицом в снег. Как-то мокро было. Было интересно, но трудно. За 3 походных дня 11 ребятам предстояло полностью обогнуть под Чебуковскую, что за базой «Динамо», пройти Белогорье и финишировать на Мухинке. Это поход начальной степени сложности. 30 километров ребята преодолели достойно. Все шли, никто особо не стонал, все, ну бойцы, потому что поход, в общем-то, технически сложный оказался. То есть подъемы на лыжах были такие очень сложные и достаточно длинные. Подъем, хоть все вставайте. Режим дня как в армии. Подъем в 6, отбой в 11. Зато сон, говорят ребята, был самый сладкий. Не жизнь, а сказка. А в настоящую сказку поход превращал, конечно же, прием пищи. Одна только шоколадная манная каша чего стоила. Впрочем, девчонки признались, навыки настоящих хозяек их порой подводили. Когда мы еще в первый день вечером варили рис, у девочек, как можно сказать, он подгорел. Нам пришлось есть подгорелый рис. Свой следующий поход ребята отправятся летом. Поедут покорять Саяны, что на юге Сибири. Кристина Каширина, Денис Лугов, программа «Город».